В общем, здесь около 27 голов. Для казахстанских животноводов минувшая зима оказалась настоящим испытанием. Суровые морозы сковали льдом весь подножный корм. Травы почти нет в степи. Последние годы дождей не бывает летом. Наоборот, дожди идут зимой. Наверное, это испытание Божье. Дорога к сельскому скотомогильнику из-за снега даже для тяжелой техники труднодоступна. Поэтому туши погибших от голода лошадей на фермерских задворках уже никого не пугают. Кайрат Мырзамбетов рассказывает, неделю назад у двух кобыл случился выкидыш. Скот, привыкший к вольному выпасу, плохо перенес зимовку на подворье. А выгонять на пастбище было равносильно смерти животных. Все лето не было дождей, трава высохла. До конца декабря не было снега и земля замерзла. Лошади в степи не могли пить из водоемов и добывать себе корм. Лошади не смогли набрать вес на зиму. В январе были сильные бураны, с февраля наступили морозы. Мы просто не смогли доехать до табунов. Животноводство для 20-миллионного Казахстана – вопрос продовольственной безопасности. Половина населения здесь держит скот, который испокон веков остается главным источником дохода в аулах. Но в последние годы из-за климатических изменений и использования пастбищ под посевы заниматься животноводством становится все труднее. Масштаб проблем этой зимой напугал всех, кроме чиновников. Халық біліп отыр жылқының. Население знает и понимает, что не получит никакой компенсации за погибших лошадей. Но власти должны были принять меры по сдерживанию цен на корма или хотя бы единовременно завести сено в наиболее пострадавшие аулы. К сожалению, это не было организовано. Народ за свой счет решает проблему. Люди расчищают заснеженные дороги и возят сено для лошадей на десятки километров вглубь степи. Некоторые 3-4 дня гнали табуны до дома. Истощенные лошади зимой вдоль дорог Улытауской области Казахстана встречались часто. Лошади повсюду искали траву. Этот район называется Жанаарка, Новая степь. Лошади – визитная карточка этих мест. Их тут более 80 тысяч голов. Район славится своим кумысом. В 2019 году во время сельских празднеств 1000 женщин одновременно взбили 10 тысяч литров кумыса и попали в Книгу рекордов Гиннесса. И вновь Жанаарка и еще десятки аулов в округе снова оказались на слуху. Но уже благодаря антирекордам, где больше погибло скота. У придорожной гостиницы возле райцентра Жанаарка мы встретили тягач, груженный соломой. Водитель вез груз из Кызылорды. Проехав уже 800 километров, сказал, несколько раз пожалел, что согласился на этот рейс. Обычно я не приезжаю в эти края. Дорога длинная и очень плохая. Два дня ехали из Кызылорды до Жезказгана. Грязь и снег. Нурхан еще не доехал до своего пункта назначения. Возможно, когда увидит изголодавшуюся скотину, для которой он станет спасителем, он гораздо меньше будет жалеть о потерянном времени.
По словам местных, прошедшие в декабре дожди и бушевавшие бураны привели к тому, что в казахстанских степях начался джут. Нынешний джут погнал на дороге не только домашний скот, но и диких животных. Так, по пути нашего маршрута мы не раз встречали сайгаков. В обычной жизни они предпочитают на глаза людям не попадаться, так как в Казахстане идет их отстрел. Эта зима была особенно тяжелой. Пастухи не могли уследить за табунами, и лошади, спасаясь от непогоды в поисках еды, они не могли пробивать копытами лед, падали от истощения и умирали. Лично у меня пропало 11 голов. Дома погибло еще 3. Житель аула Байдалыби Джумагали говорит, что успел пригнать из степи большую часть своих исхудавших лошадей еще до начала массового падежа. В буквальном смысле откармливал их с рук, пытаясь спасти лошадей, свой основной источник дохода. Семья начала разводить скот больше 30 лет назад, когда им на свадьбу подарили первого жеребенка. Сейчас в табуне около 40 голов. Часть лошадей он планировал продать и начать строить дом. Осенью хотел продать их, но не получилось. Правительство должно помогать нам покупать лошадей, которых мы выращиваем. Мы не должны ходить и умолять перекупщиков, которые сильно занижают цены. В позапрошлом году стригунков по 220 тысяч брали, а прошлой осенью скупали уже по 180-200 тысяч. И еще говорят, на следующий год по 150 тысяч отдадите. Отдадим, куда денемся? Потому что государство не покупает у нас по нормальной цене. Отдавать за бесценок тоже жалко. Джумагали только на вид спокоен. На самом деле сильно волнуется. Хватит ли кормов? Сено и зерно на исходе. Если конец зимы затянется, это угроза для скота. Народ сейчас сено друг у друга занимает. Отруби с жена арки возим. Мешок отрубей давеча продавали по 1300 тенге. Сейчас уже по 1400, и цена еще вырастет. В прошлый раз приезжали с акимата во главе с заместителем акима Улутауской области. Обещали, что будут контролировать цены на отруби, но как будет дальше, одному Богу известно. Министерство сельского хозяйства Казахстана ежегодно выделяет животноводам субсидии для возмещения затрат на корма. В каждом регионе сумма разная. Например, в Улытауской области в прошлом году на одну корову давали 25 тысяч тенге, на кобылу 10 тысяч, а на овцу 5. Коневодам государство помогает только в том случае, если у них есть пастбище от 20 до 150 голов и кобылы в возрасте от 3 до 15 лет. Поэтому субсидии достаются не всем. Односельчанин Джумагали с необычным именем Шоколад тоже успел спасти скот. Почему его так назвали родители, он не в курсе, но то, что имя явно приносит удачу, с этой зимы он начал верить. Вместе с сыном они успели пригнать домой лошадей из вольного выпаса до начала джута и не понесли потерь. Травы мало в этом году, земля истощилась. Скот пасется и летом, и зимой. Пастбищ не хватает. Многие стали держать лошадей в округе. Ситуация осложняется и тем, что изголодавшая скотина долго восстанавливается. Давать сразу много корма животному нельзя. От переедания, с непривычки, оно может погибнуть. Поэтому заниматься восстановлением оголодавшего поголовья очень сложно. В 20 километрах от села Байдалыби находится аул Актубек, название которого означает «богатое место, окруженное водой с трех сторон».
Здесь также на задворках лежат туши мертвых лошадей. Местные тазы, порода охотничьих собак, насытившиеся мертвечиной, стали более дружелюбными. Житель Актубека Кайрат Мырзамбетов считает, что лошадей в сельской округе стало действительно слишком много для местных пастбищ. И нынешний джуд в очередной раз это доказал. На один дом, я думаю, хватает 15-20 лошадей для пропитания. Но люди бездумно разводят их все больше и больше. Пастбища в округе оскудели, земли все в частных руках. Обычная порода лошадей, казахская низкорослая, очень стойкая к здешним суровым условиям. Более того, из всех домашних животных она самая неприхотливая. Может сама питаться в степи и добывать корм. А кумыс и мясо, которое получают сотни тысяч семей, считается основным рационом сельских жителей. Все наше село зависит только от небольших сенокосных угодий недалеко от аула. Так как местные фермеры скашивают траву в окрестностях, нам ничего не остается. Ни сельский, ни районный аким не решают этот вопрос. Сено нам продают по ценам, которые устанавливают сами фермеры, как захотят. Казахстан считается 9-й по величине страной мира. Официально в республике больше 175 миллионов гектаров пастбищных земель. И как таковой проблемы с выпасом нет. Но эксперты говорят, что большая часть этих пастбищ находится на истощенных, деградированных, а значит, непригодных землях для скотины. Самые плодородные территории в руках земледельцев. На казахстанских рынках конина – самое дорогое мясо. Килограмм отборной вырезки стоит примерно 7 долларов. С нехваткой кормов и падежом скота очевидно, что цены еще повысятся. Сплошь все земли, в том числе лиманы, забирали в частные руки. Нам, простым людям, ничего не досталось. Мы вынуждены пасти скот и косить траву на чужих землях, понимаете? Аул Актубек сейчас напоминает большой скотный двор. Сельчане пытаются растянуть запасы кормов и молятся, чтобы быстрее наступила весна. Когда степь оттает, лошадей можно будет снова пустить на выпас. Местный аким от комментариев отказался, потребовав официальный запрос. Владельцы погибшей скотины на помощь государства не рассчитывают. Их единственная просьба к властям – сдерживать цены на корм. Мы не просим ни зерна, ни сена, ни техники, но в такие времена должна же быть хоть какая-то помощь. Надо снижать цены на корм, иначе проблема на проблему наслаивается. Тонна сена дорого стоит. Мешок отрубей стоил 1300, теперь подорожал до 1500 тенге. Помогли бы хотя бы регулированием цен. Корма у всех на исходе. Сейчас, чтобы прокормить скот, мы вынуждены покупать рисовую солому в тюках, которую возят с юга. Медет – фермер из Актубека. Говорит, что видел много мертвых лошадей, разбросанных по степи. Пока их никто не собирает. Лишних денег на топливо и технику нет. Люди сейчас сосредоточены исключительно на том, чтобы прокормить выживших лошадей. Туши разбросаны по степи. Как мы их соберем?
Живых лошадей еле домой пригнали. Вряд ли мы сможем доказать властям размеры наших потерь. Разве что весной, когда снег растает и степь подсохнет. В прошлом году подавал заявку для получения субсидий на 150 лошадей, но нам их так и не выплатили. Что говорить про компенсацию за мертвый скот, я даже не знаю. По данным Минсельхоза, представители которого накануне побывали в Жанааркинском районе, здесь зафиксировали гибель 67 лошадей. Но животные были без чипов, поэтому владельцев идентифицировать не удалось. А в Акмалинской области, это недалеко от столицы Казахстана, по официальным данным погибло 200 лошадей. Хотя животноводы еще в конце февраля просили власти там ввести режим ЧС. Власти говорят, что у государства в собственности нет никакого скота. Мол, весь скот в стране в частных руках, и владельцы должны сами решать свои проблемы. Но в таком случае зачем нам вообще Министерство сельского хозяйства? Получается, надо его распустить? Именно оно должно было взять ситуацию в свои руки и обнародовать достоверную информацию. Не ради компенсации, а для того, чтобы впредь не допускать таких случаев и оставить данные для будущих поколений. Журналист Айсултан Жакыпов родом из здешних краев и один из первых, кто стал поднимать в социальных сетях проблему массового падежа лошадей. Айсултан не припомнит такого джута, когда счет шел на сотни голов. По его мнению, власти формально отнеслись к нынешнему мору. Нельзя сводить джут на нет. Меня беспокоит в этой ситуации беспечность властей. Если даже многие лошади не чипированы, они есть в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных, ИСЖ. Меня также тревожит, что представители власти на местах не могут принять решение без оглядки на вышестоящее руководство. Точного количества погибших лошадей сейчас никто не знает. Сельчане утверждают, что только в ауле Актубек скотоводы не досчитались около 1000 голов. Но из-за снега они до сих пор не могут выехать в степь и подсчитать потери. У многих скот до сих пор бродит по степи и считается без вести пропавшим. Владельцам и табунщикам приходится рисковать жизнью, чтобы спасти остатки своих табунов. На снегоходах и тракторах они выезжают на десятки километров в безлюдную степь для того, чтобы доставить сено своим табунам, либо, если получится, пригнать их домой.